Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Plants vs. Zombie 2. И в этом видео мы немного попроходим ивенты и немного даже уровней, думаю, успею захватить. Поэтому давайте посмотрим, что у нас тут присутствует. Я вижу, что тут у нас какой-то ивент на пиньяту. Crumble Gravestones Instantly with Grave Booster. Как все понятно. Прочесть-то я могу, а вот что это значит, это уже совсем другое. Так, нам 100% надо вот так вот. Горохострел я не хочу пока что ставить, потому что тут у нас есть препятствия. И все-таки капуста здесь для нас будет повыгоднее. Пока что я включаю ускорение. Потом его будем отключать, потому что все-таки играя мышкой немного некомфортно. Хотя, мне кажется, надо бы посмотреть, здесь горячие клавиши, они тут должны быть, и на самом деле они должны очень даже хорошо облегчить нам игру, упростить и помочь. Я у нас тут переустанавливал Windows, теперь вроде бы все нормально, да вроде бы и тогда было все нормально, просто знаете, когда уже больше полтора года я там ничего не переустанавливал, и у меня там столько накопилось всего, насколько... Я сайты заходил разные, сомнительные, файлы всякие скачивал, тоже с подозрительных сайтов, которые не сильно мне внушают доверие. И как бы за год у меня стал подлагивать немного компьютер именно в плане... В основном YouTube, кстати, так странно, что в основном это все затрагивалось именно на YouTube. Ну сейчас-то вроде бы все нормально. Если вы видите это видео, значит все хорошо. По звуку я, кстати, проверял. А вроде бы на видео все хорошо. У меня очень даже громко, если честно, по ощущениям. Ну, я посмотрел запись, и по записи-то вроде правда все нормально, поэтому ладно, оставляем так. Что-то я тут очень много солнц поставил, не пожалел их совсем, и вот даже вот не знаю, хорошая ли эта идея, что я так сделал или нет. В любом случае, пока что у нас все под контролем. Мы уже заставили две зоны полностью капусты. Сейчас будем еще ставить бумеранга. Я так думаю, вот в эту зону было бы полезно. Так, сюда заморозка у нас будет. А, ну смотрите, у нас максимум способностей. Сейчас мы их будем использовать. Спокойно так. На! Не нравится? Они еще лезут. А мы еще, смотрите, оба. О, блин, не туда. Не туда. Так, не жуй, не жуй, одумайся. Ладно, одна съел. Ну, мы поставим, как будто у нас все было. А, не ешь снова. Он, фух, не успел. Я подумал, что он сейчас снова скушает. Смотрите, получили новое растение. А мы точно ивент проходили? Ну, как будто про следующий уровень прошли. Так. D9. Да, как будто следующий уровень. А я... Ну, ладно. Зато выполнили еще и ивент. 1+. Но она, короче, вот эти надгробия поедает. Полезная вещь, но я ее пользую. Так, что у нас тут? Давайте соберем нашу пиньяту. Халява, почему бы нет? 100 монет. О, и сразу же это растение мы усиливаем. Нам, конечно, не хватает. И у нас есть ежедневные ивенты, но пока что не хочу. Я еще видел, у нас тут вот что есть. Я как понимаю, мы, выполняя это, сможем получить новое растение. Ага, у нас есть 20... О, у нас есть 40 вот это вот штуки. Это энергия. Блин, нам надо было, наверное, раньше это начинать. Давайте хотя бы сейчас мы начнем. Если что, то уже за кадром попробую завершить это. Бомбер гранат explodes when planted. А, типа взрывается, когда мы его садим. Короче, да. Ага. Уничтожьте зомби. Ого. Вот этих я, конечно, не знаю. Но я не против. Сейчас давайте будем смотреть, что он из себя представляет. Я такие мини-игры очень сильно люблю на самом деле. Так что они чуть выйдут, я поставлю посередине и посмотрим, как она взрывается. О, это что такое? Это гранатинки. А они тоже еще хороши. О, как мне нравится это растение. Какое классное на самом деле. Так, давайте вот сюда. Вот так вот делаем.
Здесь у нас пускай вот так... Ой, маги, а что за маги? Что они делают? Немного пугает. Ой, Гаргантюа уже пошел. Да пипец. Как жить-то? На! О, что-то их много, я что-то в себя поверил. Я-то думал, да там, да так, легко. Смотрите, если мы на гранатинке... А, не, мы не можем на гранатинке. Офигел? Как же я хорошо теперь прохожу это испытание, я просто в шоке. Как-то у нас что-то вышло из-под контроля, я так считаю. Можем хотя бы вот этот скилл заюзать. А, зачем я его заюзал? Что-то у меня все. Ребята, извините. Ну, как бы не киберспортсмен. Знаете, по моему... По моей прокачке это можно, наверное, понять. Но не, живем, это главное. Как бы нам еще вот это вот все попрокачивать? Вот смотрите, мы вот так вот делаем. Ты куда пошел? Ты адекватный? Так, подождите. На. Одного хотя бы мы с вами взорвали. Еще одного взорвали. Смогли, смогли, ура. Что за овцы? Я не понимаю. Овцы это как будто просто место, куда мы не сможем ничего поставить, да, как я понимаю? Окей, все, мы прошли, ура. Первое испытание, получается, прошли. Но... Ну да, а монетки нам дали залутать? Так, каждая энергия раз в 5 минут, наверное, где-то, да, у нас появляется. Ну, я обязательно потом попробую допройти это, потому что я бы хотел заполучить это растение, если бы мы бы смогли его еще прокачать, было бы очень здорово. Так, надо опять нам победить зомби. Ого. А что они делают? А что делают тут эти надгробия? Они уничтожают... Так... Что это за растение? Как нам его надо ставить? О, луч. Нифига. Блин, прикольная вещь. На, и надгробие уничтожает. Ой, гранат полезный. Интересно, сколько он стоит в игре? А тут еще круто, что, видимо, у этих бобов массовый урон. При этом я бы сказал, довольно-таки большой. Смотрите, у нас пойдет волна. И мы тут используем гранат. Вот сюда. Ура. Так, а ты кто? Ой, а ты кто, лук? Я правильно сделал, что я туда поставил. Так, сюда гранат взрываем. Блин, лук. У нас лук пропал. Так, сюда. Тут так много, что я даже не знаю, что я правильно делаю, что нет на самом деле. Беда какая-то. Ай, не жрите. Косячу. Так, у нас тут по максимуму. Так, пипец какой-то пошел у нас с вами на самом деле. По-другому это и не назвать. А, все, прошли, что ли? А. Окей. Окей. Ладно. Это оказалось проще, чем я думал. А, блин, я, кстати, награды не получил. Вот. А, чтобы ее открыть, надо 200. Офигеть. А я-то в себя поверил. Я только подумал, ну чё, сейчас сыграем, и все будет здорово. Так, давайте посмотрим, что у нас тут с пиньятой. Если тоже мини-игры, то я только за... О, походу, да. Грибочки. Ну, грибочки по первой части, в принципе, уже логично. Давайте я их сразу буду ставить, чтобы они начали что-то уничтожать уже постепенно. Так. Вот, да, надо было, наверное, вот с этой стороны ставить. О, пушка. Пушка, это круто. На! И она... Она уничтожает, хорошо, то есть... Надо это правда использовать почаще. На! Круто. Так. Сейчас она отрегенится. Пушка, пушка, давай. На!
Расширение территории происходит. Блин, вот мини-игры я вообще такие люблю. Так, надо бы теперь грибочки снизу еще поставить, потому что, смотрите, у нас тут самая такая нераскрытая территория. Как мало нужно для счастья на самом деле. Так. Чтобы бы нам победить еще. Не прячься! Крыса ты такая! Или время действия просто пропало. Что происходит? Они пропадают из-за... У них время действия есть? Я просто не в курсе был. Так, фух, смогли победить. Так, поешь грибы. А-а-а! Почему у тебя так много хп? Вот так вот. Жесть, взрывай. Что-то я ж начал кидать даже то, что как бы, ну, не очень-то уж и надо взрывать. А тут волн так-то много, вы посмотрите. Чтобы я снаряды нормально использовал. Так, сейчас тут они отрезаются. У нас проблема в том, что у нас на одной линии целых две пушки. А вот эта линия вообще не защищена. Но сейчас вот смотрите, они пройдут. И будем эту линию заставлять. Пока что все окей. О, использовали. На. И все, и проблемы пошли. Жесть. Как плохо это все. Так, тут пусто. Просто в упор. Просто взорвали в упор. Так, нам надо вот это побыстрее уничтожить, чтобы я смог использовать скилл. Так, ладно, не можем. Ну все, что, слив что ли? Офигеть. Что, мне монеты придется использовать? Так, а если заново? Давайте заново попробуем. Что сделал? Блин, рекламу надо посмотреть. Ну тогда все. Тогда все. Или что, подождите, если заново начнем. Пипец, рекламу надо смотреть. Ну все, вот поиграли. Я все понял. Пошлите проходить тогда приключения. Наши мировые. Так. Ну, пока что будем с такой командой идти. Этого нам будет хватать. Пинята меня как-то разочаровала. Не, ну она просто сложная. То есть, ну, тут в этом нет ничего плохого на самом деле. Просто там больше моя такая проблема. Так. Даже не знаю, зачем я пока что ставлю так много солнца, если у нас всего одна волна. То есть, такая вот... Небольшие карты на данный момент, но я стараюсь заработать уже по многу. Не знаю, аукнется ли это нам как-то или нет. Я надеюсь, что нет. Не хотелось бы. Так. Сюда. Не ешь. Не ешь, я тебе сказал. Отстань. И твое солнце. Какой-то быстрый чел. Надо бы его заморозить. Так, сюда. Вот так мы делаем. Пожую у нас тут. Орех. Кстати, как хорошо, что тут вот эти именно вылезли. А еще думаю, кстати, что-то быстро идет, а я же с ускорением играю. И на удивление еще и играю. Еще вроде даже что-то получается на самом деле. Так, что-то у меня какая-то кривизна пошла. Да ладно, не страшно, потому что нам этих солнц уже будет хватать. Мы уже сейчас будем использовать скиллы. Потому что как бы уже все у нас тут... А, нет! Блин, я подумал, что волна пошла, волна еще не началась. Эти пока что им вообще нормально. Их своя атмосфера. Так, пока что мы вот так вот все ставим. Потому что с солнцами у нас вообще нет проблем. Здесь, кстати, я только сейчас заметил, что у нас что-то тут все слишком плохо. Давайте даже высадим тут одно солнце, чтобы поставить еще один бумеранг. Ну и все. Я думаю, что все у нас под контролем на самом деле. И знаете, что я только сейчас заметил? Что
у меня все это время были песни по телевизору включены. И мне теперь интересно потом посмотреть на записи. Слышно ли было все эти песни или нет? Но там было очень тихо, знаете, до такого, что даже я почти ничего не слышал. Я вот только сейчас вот услышал. А как бы в игре есть свои звуки, и я очень сильно надеюсь, что вам ничего не было слышно. Ну, там самые обычные песни по телеку, то есть ничего в них заурядного нету. Но просто факт в том, что вдруг это отвлекает. А вдруг мне потом прилетит жалоба. У меня на одном стриме уже была подобная ситуация. Ну ничего, нормально. Так, давайте дальше проходить. Смотрите, мы тут выполняем еще задание параллельно. А это очень даже хорошо. Так, идем сразу же в следующий уровень, потому что нам нечего тут ждать. Что ты хочешь нам сказать? Этот уровень закрыт координатами во времени. Ты должен взять это растение для победы. Озорвайся, риск дестроинг реалити. Окей. Никогда. Ну, все, короче. Какое-то нам новое растение дадут, да? А, пройти уровень с данными, ну, выданными нам растениями. Окей. А, вот с этим. Так нормальные растения. Без капусты некомфортно. Вот без капусты такое себе на самом деле. Так, и что, давайте сразу же высаживать, раз оно бесплатное. Пускай сразу же на нас и работать будет. Так, дайте солнце. Тут уже, кстати, две волны, как вы можете обратить на это внимание. Следовательно, здесь для нас большое количество солнц будет как-то больше влиять на самом деле. Будет для нас полезнее. Так, я бы хотел бы еще у нас поставить пока тебя, орех. Чтобы у нас тут был... Кстати, этот предмет, точнее, это растение очень даже быстро кдшится. То есть мы можем постоянно эти надгробия убирать, оказывается. Просто надо за этим следить побольше. Тоже говорят, полезно вроде бы. Так. Еще один орех добавляем. Я, кстати, только сейчас заметил, что у нас тут незваные гости. Интересно, мы хоть успеем-то его победить. Очень сильно надеюсь на это. Так, ладно, давайте, пускай он пока это пожует. Все. Даже не дожевал. Молодец. Молодец, так и надо. Так, сюда тогда теперь вот сюда. Так поставим, орех. Надгробия у нас нету, все нормально. Еще бы солнце бы я поставил. И уже идем по второму уровню. Тебя мы должны уничтожить. Все, хорошо. Не солнце ставим, подсолнух. Теперь можем нормально уже зарабатывать как-нибудь. Давайте я тут еще даже один орех поставлю, потому что тут что-то много всего, и у нас всего один горохострел. А нормально. Я думал, что все будет похуже. Так. Давайте сюда этот пирог уберем. Я его всегда пирогом называл, хотя это ведь как картофельная бомба на самом деле. Так, сюда еще орех. Поставим еще бумерангов. А, у меня орех криво поставился. Ё-моё. Это уже финальная у нас тут волна, так что не страшно. Сейчас мы будем уже способности юзать, так что нам будет попроще на самом деле. Так. А это ведь, кстати, я только сейчас понимаю, что это первое видео в новом году. Нет, не первое. Это первое видео, которое я снял в новом году. Рассказывайте, как ваши новогодние каникулы. Все ли у вас хорошо? Надеюсь, что у вас все здорово на самом деле. Пишите, делитесь. Я, по крайней мере, тоже много трудился, уже сделал. Хоть видео не так много выходило, но я как бы и винду переустановил, и там проходил, монтировал. Поэтому все нормально. Это идет своим чередом. 3000 монет. Ну, круто. Орех. О, прокачаем мы уровень как раз. Подсолнух. Ну, на подсолнух там много надо. Ну, 3000 это круто. Так, давайте сейчас я хочу сразу же нам орех прокачать. На самом деле полезна вот эта вот вся прокачка. Тема хорошая. Я никогда не занимался, когда до этого немного играл. Так.
То есть ХП у него с 4000 до 4500 увеличится. Что, как по мне, на самом деле прям круто ведь. Find more. Ага, то есть тут вот такие пиньяты можно за игровую валюту открыть, что очень даже здорово. Ага. Ну круто. Так. Идем теперь на главную карту и будем проходить с вами дальше. Мы почти выполнили тут какое-то одно задание. Получим два кристалла, на самом деле не так много, но да. From the store, что это? О, что мы тут можем получать, оказывается. Бесплатно. Пиньята, ну тут надо. Мы еще мало того, что тут получим что-то полезное, так еще и задание выполним. Так, а если вот сюда нажмем? А, это просто у нас листается. Опа-на! Может быть, я на это буду тратить, чтобы получить гранат. Хотя, напишите, пожалуйста, в комментариях, может быть, гранат того и не стоит потраченных этих моих монеток, которые я бы мог потратить на самом деле. И мне, кстати, говорили потратить 100 кристаллов на покупку кого-нибудь отсюда. Но я до конца тоже не знаю, кто мне именно нужен. Ой, я помню, когда ты играл, когда выходил вот это растение. Его можно было бесплатно получить. Самое популярное. Я не авторизирован? Что? Почему я вроде бы авторизирован? И чего-то не понимаю. Ну ладно, ничего страшного. Так. Ну все. Все, давайте проходить дальше тогда. Тут только вот заберем нашу 1000. На самом деле 1000 за халяву. Это круто. Это очень хорошо. 12-й раз... Ой, 12-й день у нас. Я сейчас сказал растение. Ой-ой-ой. С гробницы человек к нам вернулся. Хотя, с другой стороны, знаете, я бы, может быть, даже вот так бы разместил. Потому что пока что бумеранг для меня, казалось бы, не столь уж и важен, нежели чем вот это вот растение, которое надгробие все снижает, снимает. Оно мало того, что бесплатное, так еще и у него рестарт очень даже быстрый. А ладно, нормально я поставил, то смотри, тут даже волн нету. Это меня что-то немного удивляет. Как это работает и почему это так работает? Да, все, мы тут уже застроились. Давайте этого мы заморозим. Как он универсально это все забирает, как он старается на самом деле. Так, да. Вот тебе еще. Этого мы уничтожили без проблем. Теперь вот дальше отправляемся с вами. Бесплатную я тогда сюда поставлю. Хватит, 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 хватит. Забрал, забрал, гад. Я не успеваю. Ага, то есть вот у нас над гробием-то вылез. Не там, где мы его ожидали на самом деле. Окей. Так вот заморозим. И три капусты, мне кажется, очень хорошо должны его бить. Очень много урона должны ему наносить. С учетом того, что мы ему заморозили, тут еще у нас как бы и орех есть. Так, надо убирать скорость, потому что я что-то не шибко таки справляюсь уже. Да. Это вот тема, вот это вот реально тема. Да блин. Сюда. Ничего не могу поставить. Не забирай мое солнце, ПЖ. Умоляю. Мне оно нужнее. Так, отдай, отдай. Ничего не забирай. Во. Ну теперь у нас еще больше есть способностей. Так что орех опять кривой. Ну как обычно, знаете, хоть что-то стабильно у нас. На. Во, нормально. Так. Еще теперь берем. Вот так вот ставим, еще замораживаем. Тут целых 4 капусты, сейчас быстро добьют. Там орех немного в офиге. Стыд, что происходит? Почему он меня грызет? Я же одна скорлупа. Пиньята. Пиньята, кайф. У нас как раз еще одно задание с семенами получать. Может быть, мы его также выполнить сможем. А, ну вот оно, да. И кто же нам тут будет? Еще 3000 монет.
А монеты-то тут не так сложно получить, да мы еще и блумеранга увеличим. Двойное солнце. Точнее, подсолнух. Я бы не сказал, что это прям то, чего я бы так хотел. Угу. То есть нам нельзя ставить сюда. Давайте выполним. Я, конечно, что-то... А можем-то тут улучшить, нет? Во, мы можем вот тут... А, блин, и там мы могли улучшить. Все понял. Осознал. Урон увеличился на 5. И хп увеличивать. Вообще полезно. Круто. Такая РПГ у нас пошла. Это на самом деле, правда, очень даже хорошая тема с прокачкой, интересная. Это мотивирует тебя что-то вот делать в этой игре. Что у нас тут по карте? Можно еще раз посмотреть, пожалуйста? Ладно, давайте так начинать. Как есть, так есть. Я просто хотел поставить еще бесплатно растения, чтобы из гробья убирать, но я их не видел. Ну, окей. Ну, по-моему, именно растения нам нельзя сюда ставить. Поэтому будем и так справляться. Так, думаю, что у нас все под контролем. В случае чего, вот так вот еще поставим. У нас уже все в солнцах. Ранний заработок у нас тут пошел. Ай, блин, не туда. Не туда он полез, этот зомби. Ну ничего. Свою капусту он тоже порцию отхватит. Теперь сюда добавляем. О, как знал. Реально, как знал на самом деле. Что в капусте есть? Орех сюда еще мы один с вами добавляем. Сюда вторую капусту. И все. И уверенно, теперь мы идем дальше. Застраивать второй ряд капустами. Думаю, что у нас нет прям каких-то сложностей. Орех еще добавляем. Блин, это не прикольно. Так, что он ругается? Я что-то не то, да, наверное, поставил. Так, то двум капустам будет нормально. Скоро орех появится. Вот так вот. Не забирай. Не отдам. Куда руки тянешь свои? Хватит, остановись. Остановись. А что-то у нас тут прям так хорошо идет на самом деле, что я уж даже вот и не знаю, что нам делать. Ну, тут скоро уже волна будет заканчиваться. Точнее, как начинаться прям волна-волна. Я нам предлагаю постепенно тут вот заменять. Поставим бумеранга как раз нового. Не зря же мы его апнули. То есть способности будем юзать. Нашей капусты. Так, теперь побольше выйдет хотя бы. Блин, заюзал. Нечаянно. Ну ничего, вроде бы всех задел, кого хотел. Добивочные такие у нас пошли. Новое растение. Это сельдерей называется вроде, не? Но он прикольный. Он на самом деле сильный. И что? Что ты такое? Мы еще какие-то квесты выполнили. Сейчас зайдем в менюшку. Он к чой? Он да, он крутой. Так, что? У нас какой уже уровень? На 14 уровне мы уже. Даже да не. Мы забираем. Два алмаза, знаете, не так уж и много, но приятно. У нас еще. Что пиньята? 1000 монет, не так много. И сразу бунгчоя мы сможем апнуть. И вот этого тоже берем. А, интересно, что она мне даст. Поэтому сейчас будем смотреть. О! И вот еще одно ежедневное задание выполнили. Все хорошо идем, реально хорошо идем. Но это пока что начало, поэтому понятное дело, что у нас всего тут наливают и побольше. Тут увеличивается у него просто хп. Ну, хоть что-то. А, не только хп, окей. Тогда ладно. А, вот следующий уровень уже будет пополезнее. У него еще будет он быстрее у нас откатываться. Вот эти вот еще полезные на самом деле прокачки. Только где они находятся, мне интересно. А, тут они уже на первой локации присутствуют. И тот, и тот.
Да, очень круто. Так, сколько они там? Первая локация нам вообще обязательно. Давайте. Еще, наверное, уровня 2 пройдем. Я так думаю, что на этом серию можем заканчивать. Поиграли, я так думаю, мы с вами неплохо. Солнце, тебя беру вот так, вот так. Ну вот даже вот не знаю. А как будто бы нам тут замораживающий даже не так нужен, сколько вот этот вот. Давайте, нам надо еще одно дополнительное место. Я так думаю, что скоро мы его должны уже получить, но потому что пора бы уже. То нам совсем некуда и некого ставить. Хотя хотелось бы. Эту гробницу над гробя нам надо освободить для наших тут мест выставочных. И пока спокойно. Кстати, посмотрите, здесь у нас уже целых две волны будет. Две волны — это мощно. Надо было сначала над гробью вот так вот съесть, потом сюда поставить. На его место уже ореха. Я немного сделал по-другому. Ой, блин, сразу же два солнцееда, вот неадекватные. По-другому у меня ним слов нету. Так. Сюда. Потом мы в будущем здесь будем перед орехом ставить сельдерей. Хотя я даже не знаю, что я все, я уже запутался, как мне лучше быть. Так, я единственное знаю, что у нас здесь ничего нету. Надо бы поставить. Желательно хоть кого-нибудь. Да, пускай он будет. Постоянно такой урон хороший наносит, и это... У нас это, конечно, плюс всегда. Да, вот здесь орех. Туда еще сельдерей мы добавим. Вот дурак опять этот волк. А мы, смотрите, мы его будем унижать. Он только поставил... О, что он кидается без остановки? Он нормальный? Я такого не ожидал. Хватит, остановись. Мы, смотрите, вот так вот сделаем. Рех. Потом на это место он поставит. Там что, пытался есть землю? Они у нас постепенно тут все начинают подходить. Нам бы тут выкопать, чтобы поставить еще одну капусту. Просто здесь у нас там совсем все плохо как-то. Если посмотреть. Другие стороны более-менее, что ли, защищены, а вот это прям слабовато выглядит. Можем тут еще постепенно уже удалять, чтобы у нас было поспокойнее в этом плане. И одну капусту. И я так думаю, что теперь уже у нас все с вами неплохо идет. Все, сюда разместим. И более-менее пропорционально у нас все прокачано. Единственное, что на второй линии у нас нету сельдерея. Хотя было бы хорошо. Хорошо бы его поставить куда-нибудь. Но я пока не знаю, куда скоро у нас будет заключительная волна. Я просто использую все способности. И нормально. И будем тащить с вами из 600 солнц. Даже больше. Я просто не знаю, куда потратить. Так. Сюда, сюда. О! Мы открыли гарден, наш сад. Теперь будем выращивать растения и зарабатывать на этом дополнительные монеты. А также бафы наших самих растений. То мне, как кажется, очень даже нам пригодится в будущем. Давайте смотреть. Сейчас будет такая мини-обучалка, наверное. Но я сам справлюсь. Мне не надо. Да хватит. Ой, тут можно за алмазы потом места открывать. Что, как по мне, очень даже для нас будет полезно. Обязательно это будем делать. Но эти ромашки... Опа-на! Не, я не хочу тратить. Блин, такой подгон был хороший. Но зато монеты, да, получили. Сразу же новую ромашку ставим. Я пускай она у нас тут растет 7 часов. Давайте еще опылим ее пчелой. Да, я знаю, как это работает. Минус 45 минут, но все равно приятно. И теперь идем дальше. Это карточка. Ой. А, это что у нас в пиньяте может выпасть? Ну так-то полезно знать. Ага, нам надо защищать вот эти вот подсолнухи, чтобы у нас их не съели. Я все понял, не дурак.
И теперь здесь... Так, наверное, надо идти. Бумеранг у нас что? Запрещен. А, бумеранг у нас без нашего разрешения поставился. Я все понял. Не дурак. Но вообще полезно, что у нас вот есть вот эти вот солнца. Они нам сразу же позволяют много зарабатывать. Реально прям сразу же. Как бы эта тема. Откуда? Сюда? Давайте тогда сразу же так вот ставим. Какая у нас тут будет защита? Сначала, конечно, орехи я буду ставить перед этими солнцами. На этих линиях. Замораживалку. И все, я так думаю, что... А, тут целых три... На этих... Волны, получается. Это много. Тут прям немало совершенно. Сюда. О, сразу же плюс одно растение будет, что нам еще посадить потом. Для нас это всегда плюс. Сельдерей мы сюда добавляем, сюда замораживаем. Да еще вот так вот делаем. Сюда орех размещаем. Конечно, вот по этой линии лучше нам сельдерея размещать. Немного заглупил, что поставил сюда один орех. Это прям не шибко было умно с моей стороны. Но как сделали, так сделали. Чего уж тут поделать. Это у нас линия такая сейчас дурацкая идет. Поэтому сельдерей ставим. Это у нас хорошо. У нас на вот этой линии как-то все тускло. А мы уже, кстати, на второй волне. Я даже не заметил, как мы быстро дошли до этого момента. Очень быстро мы идем. И уверенно. Это самое главное для нас. Так. Курсор здесь. Его поймал, его нашел. Ай-яй-яй. Дайте мне капусту высадить. Сельдерей еще хочу добавить. Орех. Сюда бумеранг поставим. Как бы можно было бы переставлять растения. Было бы вообще круто. Зачем их выкапывать, если у нас есть пересадка. Пересадка растений, мне кажется, это вполне себе легально и в нашем мире. Вполне себе вроде бы ничего уж страшного в этом я не вижу. Иногда может даже удобно. Смотрите, как у нас красивая карта сделана. Идеальная такая симметрия получается. И тут надгробие уничтожим. Сейчас будем способности юзать. И победим с вами по-быстренькому. А, блин, ускорение убираем. Я сразу начал путаться. Надгробие уничтожаем. Во, еще одна способность у нас с вами появляется. Что мы тогда с вами быстренько сейчас сделаем? А, это нормально. Тогда без проблем вообще. Тынь. И все, прошли. Ура, 15-й день пройден. В конце первого видео у нас было 7 дней. Сейчас уже 15. Несмотря на то, что мы там еще прошли 2 ивента. Одну пиньяту, которую не прошли. Ну, об этом история умалчивает. 30 тысяч монет. Жесть. Я не помню, что раньше у меня так было много монет на самом деле. Орех прокачивается, что для нас очень важно. Что нам очень надо. Давайте отправляться в сад Дзен. Это нам хочет сказать. Я знаю, что я сижу, не надо меня учить. А, нам сейчас скажут, что у нас тут... Им способность, да, может дать? Только не давай алмазы. Нет. Я не хочу ускорять. О, нет. Нет, я не хочу. Да что? Ладно. Ну, будем проверять и смотреть буст, наверное, мы уже в следующем видео. А на этом я бы хотел заканчивать данное видео. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А с вами был Диктофон. Всем удачи и всем пока!